Звание «Почетный гражданин Самары» в зале городской думы вручают в торжественной обстановке. О заслуженном строителе России Ростиславе Хугаеве его родные, друзья и коллеги говорят: человек слова и дела. Он не боится начинать с нуля большие дела. Так из кооператива появилась целая группа строительных компаний. Именно под руководством Ростислава Ярастовича в Самаре построили сотни тысяч квадратных метров жилья. Дома для детей-сирот и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Теперь ему присвоено звание «Почетный гражданин Самары». Я никогда не было с молодости, с детства, чтобы я волновался перед экзаменом даже так. И, конечно, это огромная ответственность. Конечно, это действительно накладывает обязательства, обязанности. И я очень-очень буду стараться со своими ребятами, чтобы действительно что-то еще хорошее делать для нашего города. Дмитрию Федоровичу Устинову звание почетного гражданина города присвоено посмертно. Легендарный министр военной промышленности, государственный деятель. Он был самым молодым министром в истории страны. Устинов внес огромный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Он обеспечил массовый выпуск оружия, успешное развитие новых производств вооружения. Именно он придумал и организовал эвакуацию промышленных предприятий в восточную часть страны, в том числе в Куйбышев. Награду за маршала Советского Союза принимают его родственники. Память о знаменитом предке в семье бережно хранят много лет. В нашей семье портреты висят, как вспоминать, книги, литература. Может, так и не положено, но я вот после смерти Дмитрия Федоровича сын назвал его именем. Звание «Почетный гражданин» – высшая форма общественного признания. Впервые оно было присвоено в 1863 году писателю Юрию Самарину. В этом году рассматривались 7 кандидатур. Выбор сделали тайным голосованием на закрытом заседании Думы. Безусловно, решение очень правильное. Достойные люди. Я, с своей стороны, тоже всячески приветствую и хочу высказать слова благодарности за те решения, которые были приняты. Поэтому поздравляю вас, Ростислав Ярастович, поздравляю родственников Дмитрия Федоровича. И считаю, что это очень знаменательные и знаковые события. Мы очень дорожим званием «Почетный гражданин». И хотя процедура обсуждения кандидатур проходит ежегодно, положительные решения принимаются не всегда. В прошлом году звание «Почетный гражданин городского округа Самара» не присваивалось. Знак отличия почетного гражданина Дмитрия Федоровича Устинова останется в Самаре. Его передадут в музей «Самара космическая». Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События.